Я сегодня в теплице в своей и хочу вам предоставить свои сорта, которыми я в этом году очень довольна. Такие хорошие помидоры. Я вам сейчас назову, какие у меня сорта есть, которые меня в этом году порадовали. Мат, лимон, лиана. Посмотрите, один в один. Похоже, эти томаты, как на картинке. Я этот сорт просто рекомендую. Вот смотрите, у меня ствол, вот он один, и разветвление два. Вот сюда идет разветвление, ну, желтые мы сняли, остались зеленые еще плодоносит. И вот он, ствол второй, вот он с изгибом, я показываю, идет вверх, еще плоды есть и выше. Он до 2 метров высотой, но плоды ярко-желтого цвета, похожи на лимончики. Вот такие томатики. И главное, что сладкие семечки, такие небольшие, не крупные. И детям очень они нравятся, потому что они сладкие. Зреют не сразу, постепенно зреют. Вот мы уже кушаем в течение месяца эти томаты. И они еще будут наверху. Высота достигает до 2 метров, может и выше у кого. Но я этот сорт просто рекомендую. Сорву, и мы разрежем наши вот эти томатики. Видите, какие красавчики. Посмотрите, какие они красавчики. Янтарно, прям желтенькие. На вкус сладкие. Приятно их на стол поставить. Какая просто красота. Красиво будут смотреться вот эти томаты в баночке. Томат Валентина. Зарекомендовал себя очень хорошей положительной стороны. Вот. Еще зеленых много, хотя конец августа. Очень хороший, легкий, то же самое, сладкий. Очень хорошо для засолки томаты и один в один томатик. Никакие помидорчики Валентина. Очень красивые на вид. Баночку очень класть их очень хорошо. Семечки, когда их кушаешь, даже не ощущается в томате. В помидорках в этих очень сладкие. Я его всем вот рекомендую. Полосатое дерево, так называется томат. Мы едим уже с начала июня. Их очень много. И еще, наверное, до самой будут осени плодоносить эти томаты. Они очень хорошо в баночку ложить. И факт тот, что они детям очень нравятся. Они как арбузики такие красивые. И зелененькие, и желтого цвета, и красненькие. Они всегда красивые на столе. А в банке это просто бесподобно. Если встретится такой вам томат, обязательно покупайте. И будете сами радоваться. И будут дети с удовольствием их кушать. Сладкие, красивые. Томатик. То же самое рекомендую. Вот так красиво смотрятся эти томаты в банках. Я сейчас покажу вам желтенькие. Вот, смотрите, какая красота. Желтенькие лимончики прям там. Можно положить вот сюда и красненькие. Вот такие. Я сделала для внуков цыплят. Вот они цыплятки там вот, как видите. Чтобы баночку можно было раскрыть, и они чтобы кушали. Видите, какие красавцы у баночки эти получились. Лимон, лиана, и томатики. Не правда ли красиво? Вот. В ассорти они очень даже хорошо смотрятся. Видите, как баночка. И здесь и полосатенькие, и желтенькие, и красненькие, разные ассорти получились. Это вот баночка идет полосатенькие. Это я для внуков делаю. Вот такие полосатенькие баночки. Они очень хорошо смотрятся, красиво смотрятся. И очень аппетитные.